Здравствуйте, в эфире программа «Знак качества» и с вами вновь я, Анна Герцовская. В этот раз мы разберем две важные темы, волнующие многих людей, живущих не только в Рязани, но и во всем мире. Вот, например, вы задумывались о том, как было бы классно, если бы ваш автомобиль смог избежать любых царапин, например, от веток. Так вот, такое возможно. Причем даже если он все же получит повреждение, его покрытие способно буквально самозаживляться. Этот автомобиль сюда поступил месяц назад в базовой комплектации. Заказ на его тюнинг осуществила одно из охотничьих хозяйств Рязанской области. Соответственно, стоимость его была на тот момент 660 тысяч, машина 2016 года. И, соответственно, наши специалисты уже подвергли ее глубокой модернизации. Начиная от внешнего покрытия износостойким материалом и заканчивая внутренней доработкой. Для большей проходимости автомобиля мастера подняли весь его кузов. Чтобы избежать пробуксовки, здесь были установлены самоблокирующиеся дифференциалы. На автомобиле появились и новые колеса, большие по диаметру. Для этого пришлось передние арки крыльев подрезать, соответственно, укреплять арку самого крыла, устанавливать расширители для того, чтобы грязь не налетала на кузов. Индивидуально для этого авто был переделан и бампер. Он был установлен с местом для лебедки. Она закреплена внутри бампера и полностью защищена от внешних воздействий. Но на этом эксклюзивность авто не заканчивается. На автомобиле дополнительно установлен багажник на крыше. Также он усилен и доработан нашими специалистами, чтобы он по периметру совпадал с крышей автомобиля. Значит, полностью, я уже сказал, окрашен автомобиль защитным покрытием, очень износостойким, вплоть до того, что если какие-то глубокие царапины во время эксплуатации, то техническим феном можно их устранить, достаточно нагреть материал и аккуратно затянется. Это было сделано специально для того, чтобы автомобиль мог эксплуатироваться в жестких лесных условиях, чтобы ветки, сучки, деревья не были для него проблемой. Царапаться он совершенно не будет. Таким материалом разнообразного цвета можно покрыть любое авто. Краска всегда есть в наличии в магазине сервисного центра. Само покрытие на основе полиуретана. Это, как вы понимаете, практически пластик, жидкий пластик. Это покрытие можно использовать не только для автомобилей. Им можно защитить металлические, деревянные и прочие конструкции. На этом авто износостойкой краской была обработана не только его внешняя часть, но и салон, а также все, что может получить повреждения, например, подножка, которая также была специально изготовлена для удобства эксплуатации машины. Этой же краской обработаны и другие важные детали, например, защита автомобиля. Установлена защита рулевых тяг снизу автомобиля, светодиодное освещение, балка светодиодная сверху и два дополнительных противотуманных фонаря на бампере. Модернизированный окрашен был и багажник. В нем, кстати, появилось крепление для домкрата и оборудованное место под запасное колесо. После всех доработок данного автомобиля его стоимость, естественно, возросла. С учетом всех материалов и работ, выполненных в техцентре, теперь машина стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. Все материалы российского производства, всегда они есть в нашем автомагазине, то есть мы можем их приобрести под конкретного клиента, ну, в зависимости от того, что требуется, там определенные сроки доставки, естественно, существуют. Все работы проводятся индивидуально под каждого клиента. Что вы захотите, то и получите, поскольку этот техцентр обладает не только продвинутыми мастерами, но и не менее превосходным оборудованием для разных целей. Например, этой машиной для проточки тормозных дисков. Данное оборудование позволяет протачивать тормозной диск без снятия с автомобиля. Также она уменьшает биение диска. И, соответственно, клиент не тратится на более дорогой диск, а протачивается, диск становится как новый. Стоимость данной услуги в зависимости от радиуса диска от 15 до 16 колеса 2400, от 16 до 18 радиуса 2600 и, соответственно, самый большой 19 радиус 3000 рублей. Это стоимость за ось, за два диска. Грубо говоря, если на иномарку диск стоит от 5 до 8 тысяч рублей, то клиент может сэкономить денег практически в 3 раза. Однако ему все-таки придется поменять тормозные колодки, поскольку старые не подойдут для обновленного диска. Но экономия все же остается налицо. По словам мастеров техцентра, диск можно протачивать 1-2 раза. Прослужит он точно так же, как и новый. По времени процедура займет не больше часа.
Соответственно, мы смотрим, у каждого диска есть допустимая норма протачки диска. Мы смотрим, если есть допустимая норма, мы его протачиваем. Если нормы нет, то мы советуем поменять уже сам тормозной диск. Еще одно интересное оборудование здесь используется специально для замены пыльников шруза, без их снятия с автомобиля. При обычной установке приходится привод полностью вынимать и полностью перебирать, а тут приходится только снимать колесо, соответственно, вынуть привод из поворотного кулака и произвести операцию. То есть обычная установка, практикующаяся во многих других техцентрах, занимает больше времени. На нее тратится и больше денег. Данная услуга стоит 800 рублей замена пыльника. А так как если демонтировать шрус, соответственно, цена выходит в два раза больше. Да, к нам едут люди, мы часто меняем эти данные пыльники, люди уезжают довольны. Как говорят мастера техцентра «Автопрестиж», они сами выдумывают и воплощают в жизнь свои идеи. От закупки нового оборудования до модернизации новых, только что купленных деталей для тюнинга авто. Они не только стараются сохранить деньги и время клиентов, но и принести в наш город что-то новое, то, что рязанцы смогут найти только у них. Закрывая тему автомобиля, перейдем к не менее волнующей – одежда. Кто ее носит? Все. И вот что я думаю, мало найдется людей, у которых нет джинсовой одежды. Дети, взрослые – все в восторге от ее практичности и долговечности. Но не вся та джинсовая одежда, которая находится в магазинах, действительно отвечает этим критериям. Так что при ее выборе нужно большое внимание уделить брендам, производителю и тому магазину, где вы ее собрались покупать. За полтора века своего существования джинсы из дешевой рабочей униформы превратились в удобную и модную повседневную одежду, которую с удовольствием носят люди разных возрастов. В нашем городе вот уже на протяжении 20 лет «Клондайк» предлагает рязанцам одежду с историей. В двух магазинах, расположенных в торговых центрах «Малина» и «Аркада», представлены, пожалуй, самые известные фирмы, которые шьют джинсовую одежду уже не одно десятилетие. «Мустанг», «ПП Джинс», «Пьер Карден», «Ли», «Вранглер», «КМЛ Эктив». Так что, если вам хочется почувствовать себя свободным, но в то же время подчеркнуть индивидуальность, самое время познакомиться с одеждой, представленной в магазинах «Клондайк», в том числе и с новыми коллекциями, которые совсем недавно поступили в продажу. Приветливый персонал поможет подобрать именно то, что нужно вам. Джинсы самых разнообразных фасонов, легкие брюки, специальное летнее яркое предложение от бренда «Scotch & Soda», а также модные топы, футболки и даже платья. Конечно же, именно здесь вы сможете найти рубашки, полы и бейсболки, стильные шорты и ремни. Все это сделает ваш образ этим летом особенно ярким. В магазинах «Клондайк» вы поймете, что фирменная одежда отличается не только качеством, но и покроем. Она идеально сядет на любую фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. В такой одежде вам будет комфортно и на работе, и на отдыхе. Тем более, пожалуй, только здесь стараются сохранять удобные цены на мировые бренды, вне зависимости от текущего курса валюты. Правило, которому следует на протяжении 20 лет работы в магазинах «Клондайк» – дорогие вещи по доступной цене. Кроме того, сегодня здесь работает сейл-зона, где можно приобрести одежду последних размеров со скидкой в 50%. Если же вы хотите сделать практичный подарок своим родным и близким, то «Клондайк» предлагает приобрести подарочные сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Посетив эти магазины, вы наверняка найдете одежду, которая дополнит и разнообразит ваш гардероб. Для постоянных клиентов предусмотрена клубная карта, дающая реальные преимущества и бонусы. Получить эту карту вы можете, приобретя товар на 30 тысяч рублей разово или же сохранив чеки на эту сумму. Напомним, что одежду с историей вы можете примерить и приобрести в магазинах «Клондайк», расположенных на первом этаже торгового центра «Малина» и в торговом центре «Аркада». И на этом сюжете наша программа подошла к завершению. Я всем вам желаю выглядеть красиво, чувствовать себя хорошо и пребывать в прекрасном настроении этим летом. До встречи в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. Пока-пока!